залетела от любовника, муж бросил Успенскую из-за чудовищного предательства. Эко в прошлом, любовь решила все сделать по-настоящему. Однажды любовь Успенской сделала ошеломительное заявление. Отцом своего ребенка, 64-летняя звезда шансона, хотела бы видеть британского композитора Эндрю Уэббера. Муж бросил Успенскую из-за чудовищного предательства, и это становится очевидным, если остановиться на недавних событиях. Признание о желаемом отце любовь сделала в тот период, когда поклонники не спускали глаз с Александра Панайотова, который также пользовался симпатией певицы. Успенская могла перейти от слов к делу и в самом деле забеременеть от музыканта без помощи эко. Неужели артистка залетела от любовника? Исполнительница была буквально одержима идеей материнства. Эту догадку подкрепляет тот факт, что муж знаменитости Александр Плаксин уже и раньше был готов развестись с эпатажной певицей, о чем также признавалась Любовь Залманова. Плаксин даже уезжал из страны США, видимо, чтобы залечить душевные раны. Александр мог узнать об интрижке жены, ведь понятно, что такие громкие заявления не делаются просто так. Успенская наверняка познакомилась с этим английским музыкантом, к которому за услугами обращалась сама Мадонна. Не исключено, что между ними завязались отношения, ведь любовь способна завлечь мужчин, ее бурная личная жизнь тому подтверждение. Тем не менее, после возвращения супруга из-за океана, Успенская заявила, что они якобы помирились, но это сомнительно, ведь Плаксин с тех пор словно испарился из жизни певицы. Униженный муж мог не выдержать постоянных измен избранницы, которая выглядит так, будто помешана на мужском внимании. В свои 64 любовь постоянно щеголяет в откровенных нарядах и подогревает слухи о связях с молодыми знаменитостями. Так недавно чары распространились и на Ливана Гбилашвили из седьмого сезона «Голоса». Молодыми парнями Успенская не ограничивается. На гастролях в США она подцепила Михаила Ефремова, а комплименты в адрес актера также позволили говорить о возможном союзе между ними. Женщина призналась, что в случае давления со стороны мужчины и его недовольства никогда не поздно найти нового кавалера. Судя по словам певицы, Александр испытывает острые чувства ревности из-за ее сценического образа и провокационных встреч с посторонними мужчинами. Успенская уже показала, что вполне способна без сожаления сжечь все мосты и распахнуть душу навстречу новой любви. Вероятно, роман с Эндрю Вебером и стал последней каплей, в результате чего Плаксин подал на развод.